Итак, завершил полностью, собрал, испытал, они работоспособные, подключил все места, подал 9 вольт лабораторному блоку питания, плюс-минус, распутать нельзя. Это у меня идут как бы стабилизатор по току и по напряжению, LM317, можно и помощнее, потому что максимальный выходной ток у него 1,5 ампер. Хотя здесь потребление небольшое. Почему я сделал 3 штуки и что я хочу сейчас вам сказать? Я хочу показать именно на каких микросхемах он работает устойчиво. Это таймер 555, операционный усилитель и компаратор. Сработало потребление 100 мА. Потребление 70 мА. Также 70 мА. Это за то, что вот здесь на эмиттере подключен сопротивление 22 Ом. Благодаря этому она ограничивает ток протекания через вот этот реле. Также имеется на двух платах отдельные входы. Если там адаптер взять 5-вольтовый, можно подключить. А здесь этого нету. Я бы сказал, устойчиво и полноценно работает на компараторе. На 555 он так туговато. Надо максимальные настройки делать, возможно, надо усложнить схему. А вот золотая середина на операционном усилителе. Ну, здесь тоже бывают какие-то свисты, шумы, потому что это усилитель. А в целом они работают, я доволен. Почему именно такие габаритные я собрал, хотя можно было уменьшить, потому что у меня уже готовый светильник на улице. В случае, если она плата видит из строя, взял и поставил, чтобы не заморачивать. Схема и печатный рисунок будет в конце. Ну, на этом, пожалуй, все.